Мазерати берем, грубая 50 Cent. Сколько это молодой, сколько? Главное, что жив. Земля пухом, это мой скайсник. Спасибо, что живой. Не то слово. Слышишь, давай ради теста, можешь вылезти? Не-не, братан, лучше вылезти. Я хотел потестить. Дерьмо. Нет, мам, так не в рот. Бежишь, отстань. Да что ты пытаешься? Ты меня не разобьешь, колеса. Знание карты уровень, ну, примерно, у меня знание карты где-то 6 из 10. Типа, есть человек, вот тут Вадим, вот он именно эксперт карты. То есть, типа, хочешь узнать, где находится там любая ямка на карте, спроси Вадима. Карта? Эрангеля. Картография. Это что? Наука о картах. Это же навык профессора... Молодого. Точняк. Ой, то есть карту вижу только я? Да, парни, что этот бегает, стримы руинит всем. Просто взял выгугал интернетом. С кайфом, именно. Типа ему сегодня уезжать, он говорит, пока он выключает стрим и бегает с квартиры. Вы Тима спите или у каждого своя личная комната? Вчетвером спим в одной кровати. У нас одна, всего лишь одна кровать, на четверых одна вилка и... Нет, одна ложка и нет вилок. Честно признаться, пару раз убил эту косяк, блядь. Леголас в деле. Походу, у меня новый никнейм. Святослав? Святослав, тебе на рожу упадет АВР. А потом еще и во второй игре тебе на рожу упадет в АВМ. Ну я такой, ну ладно. Просто когда АВМ, понимаете, ты его берешь руку и так, как на скрипочке. Прям. Ну поняли. Вчера, чтобы вы понимали, Ибах потерял М-ку. То есть они ехали на мотоцикле, едут из Приморска на мотоцикле, и Ибах такой говорит, я потерял М-ку. Типа, я ее тупо сбросил именно, понимаете? Не с места! Я обронил М-ку. Потом, короче, Ибах. Минут две потратил на то, чтобы в траве искать М-ку, которую он сбросил. Типа, держу вас в курсе. Проблема. Отходи. Хороший. Вы его мотики. Ты видел? Ты типа отбагил? Я не знаю, что это было.